Отряды летнего лагеря «Созвездие», а это около 100 человек, собрались в Доме детского творчества, чтобы на других посмотреть и себя показать. Испытать свои умения в пении, танце или чтении стихов – заманчивый вызов, который приняли многие ребята. Праздник был назван «Звезды созвездия». Талант – это то, что человек любит делать больше всего. То, что человек никогда не бросит делать. То, к чему он возвращается снова и снова. Среди номинаций были вокал, художественное чтение и хореография. Творческие номера часто были шуточные и непринужденные, но по исполнению было понятно. Ребята готовились к ним с должной ответственностью и волнением настоящих юных артистов. Вокальные коллективы, сольные исполнители, чтецы и танцоры. Жюри этого по-летнему веселого праздника было из кого выбрать. По окончании всех творческих номеров все баллы за выступления были подсчитаны и проверены. Но получили дипломы и вкусный подарок все конкурсанты. Ведь в таком конкурсе главное это общее хорошее настроение. На сегодняшнем мероприятии «Шоу талантов» было 100 человек, и половина из них приняла участие в нашем мероприятии. Было весело, задорно, они поддерживают друг друга. Интересный факт. Дети-участники вокальных номинаций, которые заняли первое место, вышли на сцену в первый раз. Потому что талант есть у многих с самого детства. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.